Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Сегодня мы с вами будем вязать, учиться вот такой вот коврик, который состоит из квадратных мотивов. Также с помощью такого коврика, вернее, с помощью такого способа можно связать либо же покрывало, либо же подставку под горячее, либо же сидушку на табурет. В общем, без разницы что. То есть мы с вами научимся соединять эти мотивы, обвязывать мотивы и, собственно, вязать сами эти мотивы. Ну что ж, давайте Итак, для начнем. того, чтобы связать такой коврик, нам нужно сделать 4 вот такие заготовки. Если вы хотите, допустим, как я, квадратный коврик, если хотите, чтобы он был прямоугольный, тогда вяжите 6 вот таких вот квадратов. Я уже 3 таких квадратика сделала. Мне осталось связать еще один. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Для вязания я буду использовать 3 цвета пряжи. Вы хотите, можете использовать 2. То есть, но однотонное лучше не вязать, потому что тогда не будет особо смысла в том, что мы будем с вами вязать коврик именно квадратами. Для вязания нам также будет нужен крючок. В моем случае это 3,5. Вы смотрите по соответствию вашей пряжи. И ножницы. Давайте приступим. Первое, что изначально мне нужно сделать, это мне набрать надо 5 воздушных петель. Первую петелечку мы не затягиваем, она нам служит первой воздушной петлей. И набираем 2, 3, 4, 5. И соединяем в первую петелечку соединительной петлей. Вот получилось опять наше колечко стандартное. Вяжем 3 воздушные петли. Они нам служат первым столбиком. И теперь нам в серединку нашего кольца нужно провязать еще 15 столбиков с одним накидом. Давайте с вами провяжем 5. 1. В серединочку. Вот эту ниточку ведем по кругу, чтобы ее обвязать. 2. 3, 4, 5. И еще вяжем сюда в серединку еще 10 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Теперь вот эту ниточку вот так отводим назад и присоединяемся 1, 2, 3 в третью петелечку соединительной петлей. Вот эти вот хвостики мы можем обрезать, чтобы они нам не мешали. Больше они у нас не распустятся, никаких неприятностей нам не доставят. Вот. Начинаем вязать следующий ряд. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Они нам служат столбиком с накидом. Вот столбик над столбиком. Вяжем еще одну воздушную петлю, которая должна быть у нас между столбиками. И в следующую нашу петелечку под 2 нити мы вяжем 1 столбик с накидом. Опять делаю воздушную петлю. И снова следующий столбик под 2 петли. Вяжу столбик с накидом. Вяжу воздушную петлю. И в следующий столбик вяжу столбик с накидом. Воздушная петля. Следующий столбик, столбик с накидом, воздушная петля, и в следующую петельку вяжу столбик с накидом. Вот таким образом я вяжу до конца ряда, чередуя воздушные петли
со столбиками с накидом. Таким образом, у нас должно получиться 16 столбиков с накидом. Вот я практически довязала до конца ряда, вяжу последнюю воздушную петлю. И теперь в третью петелечку 1, 2, 3 я присоединяюсь. Как раз наша одна петелька, которую мы вязали вот здесь, вот она появляется как промежуточная. Теперь я перехожу вот сюда на серединочку, перехожу обычной соединительной петелькой. Вяжу 3 воздушные петли. И сюда же, в эту же арку, я вяжу столбик с накидом. Делаю одну воздушную петлю и в следующую арочку вяжу 2 столбика с накидом. Первый, второй. Воздушная петля. В следующую арку 2 столбика с накидом. 1, 2. Воздушная петля. 2 столбика с накидом. 1, 2. Таким образом мы вяжем до конца ряда, то есть у нас в принципе толком ничего не меняется, мы вяжем воздушную петлю. Единственное, что вот между вот этими арочками мы вяжем не один столбик с накидом, а 2. 1, 2. В предыдущем ряду мы вязали по одному, в этом ряду мы вяжем 2. Так вяжем до конца ряда. Вот я довязала до конца ряда, вяжу последнюю воздушную петлю и опять 1, 2, 3, в третью я присоединяюсь. В следующем ряду я буду менять цвет, поэтому я ввожу крючок вот в следующую нашу, вот мы сюда присоединились, вот сюда вот в следующую я ввожу крючок и сюда буду присоединять новую ниточку. То есть я просто протягиваю новую ниточку через вот эту петельку и через вот эту. И вот так вот, смотрите, захватываю, да, ту петельку, чтобы ее немножко как бы закрепить. Вот, хвостик точнее, который. Вот так вот захватываю. Теперь вот эти вот, вот эту нитку розовую, которую мы вязали, я ее обрезаю. Вот. И просто связываю вот эти вот 2 хвостика между собой, чтобы они никуда не убежали, никуда не потерялись. В принципе, мы с вами так делаем в каждом видео. Кто смотрит мои видео постоянно, я думаю, тот знает. Кто не знает, тот узнает. Так, вот так вот связали и обрезаем. Все. И начинаем вязать следующий ряд. Мы с вами уже вот перешли на серединку. Вяжу 3 воздушные петли. 2, 3. И в серединку, сюда же, в эту же арку, вяжу еще 2 столбика с накидом. Первый и сюда же второй. Всего получилось 3. Теперь делаю одну воздушную петлю. И в следующую арочку, вот сюда, вяжу 3 столбика с накидом. То есть, в принципе, поменялось только количество столбиков в арку. Не 2, а 3. Мы их увеличиваем. Третий столбик. Воздушная петля. И в следующую арку я опять вяжу 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий сюда же. Делаю воздушную петлю. И в следующую арку также 3 столбика с накидом. Первую, второй столбик и третий. И вот так вот чередуем. Воздушная петля, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Так вяжем до конца ряда. Шла до конца ряда, вяжу последнюю воздушную петлю. И теперь присоединяюсь 1, 2, 3. Этой же белой петелькой перехожу в следующую петлю. И сейчас я буду менять цвет. То есть я вкалываю сюда крючок и ввожу новую нить. Вот, новую ниточку я протащила. Теперь
провязываю, перехожу на серединку и связываю наши кончики. Обрезаем старую нитку и связываем с хвостиками нашей новой. Я думаю, этого показывать не стоит, так что сейчас привязывайте ниточку и продолжим. Вот я закрепилась новой ниткой. Вяжу, перешла как бы вот сюда, да. Теперь вяжу опять 3 воздушные петли. Делаю еще в эту же арку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вяжу воздушную петлю и в следующую арку вяжу 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 сюда же и 4 сюда же. Опять делаю воздушную петлю и делаю 4 столбика с накидом в следующую арку. 1, 2, 3 сюда же и 4. Воздушная петля. Вот таким образом мы вяжем до конца ряда. В каждую арку по 4 столбика с накидом. Между ними одну воздушную петлю. И опять стандартно 1, 2, 3. В третью петельку я присоединяюсь и буду менять цвет. Я перехожу вот на следующую петлю еще розовым цветом. На следующую петельку розовым цветом. А вот на последнюю я уже буду присоединять новый цвет. В моем случае это будет коричневый цвет. Вот. И я просто точно так же, как и во всех случаях, я просто захватываю нить и протаскиваю вот сюда. Делаю вот в эту арочку соединительную петлю, то есть переход. И обрезаю эту нить и связываю ее с хвостиками вот этой. Вот, все, я связала эти нитки. Вот, теперь вяжу. Следующий ряд мы, наверное, с вами провяжем весь вместе, чтобы не допустить ошибок, потому что мы уже будем идти не по кругу, мы уже будем формировать квадрат. Мы вяжем 3 воздушные петли. И в серединку вяжем 4 столбика с накидом. 1, 2, который у нас первый. 3, 4. Теперь очень внимательно вяжем воздушную петлю. И в следующую арку вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вяжем воздушную петлю. В следующую арку я вяжу 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. А вот теперь тоже очень внимательно. Воздушная петля. В следующую арку я вяжу 4 столбика с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами. Второй столбик с 2 накидами. Третий столбик с 2 накидами. И четвертый столбик с 2 накидами. Делаю 2 воздушные петли. И сюда же, в эту же арку, делаю еще 4 столбика с 2 накидами. Сюда же. Первый. Второй. Третий. И четвертый. Воздушная петля. В следующую арку вяжу 4 столбика с 1 накидом. Первый. Сюда же второй. Сюда же третий.
сюда же четвертый, воздушная петля. В следующую арку вяжу 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. Вот видите, у нас уже формируется уголочек такой. В следующую арку опять вяжу 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля. Смотрите, вот здесь мы с вами сформировали уголок. Сейчас такой же уголок нам нужно сформировать вот здесь. Я вяжу 4 столбика с двумя накидами в следующую арку. Первый, второй, третий, четвертый. Две воздушные петли. И опять сюда же в серединку вяжу 4 столбика с двумя накидами. Первый, второй, сюда же третий и сюда же четвертый. Воздушная петля. В принципе, вот он, наш уголок еще один сформирован. В принципе, вязание тут дальше повторяется. Но давайте все-таки провяжем, чтобы не запутаться. В следующую арку вяжу 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. В следующую арку вяжу 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Следующую арку вяжу 4 столбика с накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Воздушная петля. Теперь точно так же оформляю угол. Делаю 4 столбика с двумя накидами. Первый, второй, третий и четвертый. Все в одну и ту же арку. 2 воздушные петли. И теперь вяжу еще сюда же 4 столбика с двумя накидами. Первый, второй, третий, четвертый. Воздушная петля. В следующую арку делаю 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля. В следующую арку делаю 4 столбика без накида. 1, 2, 3, воздушная петля. И в следующую арку делаю 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Воздушная петля.
И теперь в последнюю нашу арку я делаю 4 столбика с двумя накидами. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Две воздушные петли. И опять сюда же в серединку вяжу 4 столбика с двумя накидами. Один. Два. Три. И 4. Воздушная петля. И теперь присоединяюсь в третью. 1, 2, 3. Вот у нас получился квадрат. Осталось провязать 2 ряда. Поэтому я вот перехожу в следующую вот вершинку. И буду уже сюда переходить другим цветом нитки. Протягиваю нить. И опять также ее закрепляю. Но только теперь ее закрепляю вот в промежуток между вот этими двумя 4 столбиками, арочками. И также ее завязываю. Вот я завязала, обрезала ниточку, как мы с вами делали раньше. Так, и теперь приступаю. Вот одна у меня осталась ниточка не обрезанная. Приступаю к предпоследнему ряду. Набираю 3 воздушные петли, которые служат столбиком. 1, 2, 3. И теперь сюда же в серединочку вяжу еще столбик с одним накидом. Вяжу воздушную петлю. В следующую вот эту вот арочку вяжу 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Вяжу воздушную петлю. Вот между вот этими вот арочками находим серединку и в серединку вяжу 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. Воздушная петля. Опять в серединку, в следующую арочку. Уже 2 столбика с накидом. 1, 2. Воздушная петля. В следующую арочку, вот сюда в серединку вяжу 2 столбика с накидом. 1, 2. Тут эти арочки очень хорошо видно. То есть через каждые 2 столбика они у нас получаются. Вяжу воздушную петлю. В следующую арку 2 столбика с накидом. 1, 2. Теперь очень внимательно смотрите с уголочком. Вяжу воздушную петлю. И вот сюда, между вот этими двумя, вяжу 2 столбика с накидом. 1, 2. А вот в серединку вяжу воздушную петлю. И вот сюда в серединку, вот между вот этими большими, скажем так, полностью в этой большой арке вяжу 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Делаю 2 воздушные петли. И сюда же опять вяжу 3 столбика с накидом. В эту же арку. 1, 2, 2 и 3. Вяжу воздушную петлю. И теперь опять вот сюда в серединку вяжу 2 столбика с накидом. 1, 2. Воздушная петля. Вот так вот мы оформляем уголочки.
Здесь везде мы вяжем по 2 столбика и чередуем с воздушными петлями. Так вяжем до конца ряда. До конца делаю последнюю воздушную петлю и опять присоединяюсь. 1, 2, 3. В третью. Следующий ряд мы будем вязать точно так же, как и этот. То есть я вот сюда, вот в следующую петельку, я сейчас присоединюсь последним своим цветом, скажем так, который буду вязать в этом ряду. Его присоединю, этот цвет, обычной соединительной петлей. Присоединюсь потом вот сюда, в серединку. Свяжу здесь, в конце, вернее, с обратной стороны, свяжу вот эти вот хвостики и буду вязать точно так же. То есть мы вяжем по 2 столбика с накидом вот в эти арочки, между ними по одной воздушной петле, а вот здесь вот в эту серединку вяжем 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика, дальше воздушная, и продолжаем дальше вязать по кругу. То есть он повторяется идентично, только видите, вот здесь мы вязали с вами вот тут вот между арочками. Здесь мы будем вязать, тут уже четко их видно, прям хорошо, не надо даже расстелять. Так, вяжем до конца ряда по кругу. До конца провязала последнюю воздушную петлю. Присоединяюсь 1, 2, 3 в третью. На этом как бы для меня все закончилось, в плане того, что дальше я не буду вязать квадрат. Если же вы хотите связать такой коврик, такого размера, сделала еще одну петельку, то есть, смотрите, я присоединилась, то я вам тут рассказываю, пропустила момент. Вот я присоединилась и делаю еще одну петлю, если вы заканчиваете, обрезаю нитку и просто вытаскиваю. Вот, как раз получился узелок. Вот, если же вы хотите, вы можете вязать дальше, и у вас получится тогда уже именно квадрат, то есть вы можете вязать просто вот такой вот коврик по кругу, то есть у вас будет серединка такая, а дальше будет квадрат. Если же вы вяжете, как я, по такому размеру, вы можете закончить, остановиться сейчас. Если хотите сделать немножко больше, тогда делайте все квадраты на 2, 3, 5 рядов больше, насколько хотите. Теперь нам осталось с вами соединить наши квадратики и сделать обвязку. Последний ряд точно так же, как и предыдущий. Теперь мне осталось соединить изначально вот эти вот мотивы. Соединять я буду вот таким вот образом. Вот я уже одни соединила. Вот, и сейчас будем соединять следующую часть. Итак, для того, чтобы соединить, нам изначально нужно положить вот этих наших товарищей вот так лицевой стороной, потому что вязать мы будем по лицевой стороне. Мы с вами берем крючок, берем первый наш мотив. И вот эта вот арочка, которая у нас боковая, так как у нас квадрат, мы можем в любую начать, без разницы. И мы вкалываем вот за заднюю стеночку. Берем ниточку и протягиваем и присоединяем вот таким образом, подтягиваем. Потом мы закрепим эту ниточку. Теперь мы берем наш второй мотив. Вот, присоединяем вот таким образом, то есть задняя стенка вязания к задней. Вот здесь и вот здесь у нас лицевые стороны. И теперь мы с вами находим эту же петелечку вот здесь. И вот здесь, вот с этой стороны, то есть как бы получается не за вот эту, не за первую стенку, а тоже как бы за заднюю, мы протягиваем ниточку. И таким образом мы просто присоединились к первой петле. А дальше все идет по стандартной схеме. Самое главное в этом соединении — не пропускать петельки. Мы находим следующую петлю и находим нашу заднюю стенку. Раз. И находим с этой стороны заднюю стеночку. Два. И сквозь эти две стеночки мы провязываем. Получается как бы столбик без накида. Опять находим заднюю стеночку. И здесь задняя стеночка, только как бы с обратной стороны, да, задняя. И провязываем столбик без накида. Опять с этой стороны задняя.
и с этой стороны задней, то есть передняя вот здесь осталась. Я просто не знаю, понятно ли, как бы вот в этом плане. И вот таким вот образом мы с вами находим каждую петельку, цепляем их за задние стеночки и провязываем. Вяжем так мы с вами до конца вот этого ряда. Именно за задние, потому что можно, конечно, и за две стеночки, но тогда вот это наше соединение будет сильно видно, сильно оно будет как бы выпирать. А когда только за задние стеночки, оно тогда выглядит гораздо интереснее. Вот, смотрите, что у нас получается. Вот такой вот шовчик. Вот так вот мы вяжем до конца ряда. Вот, до конца первого нашего мотива. Вот, я дошла до конца. Теперь вяжу одну воздушную. И обрезаю, ну, так хвостик, чтобы остался на всякий случай, чтобы, если что, можно было подправить. Так, все. Вот у меня с одной стороны мотив связан. И второй мотив связан. Теперь мне нужно их связать вот здесь вот. Вот они, две мои части. Мне их нужно связать, вот видите? Вот здесь. И вот здесь. То есть я точно так же беру один мотив. Нахожу у него край. Вот, допустим, да? Давайте начнем вот отсюда. Мне удобнее, по крайней мере. Нахожу у него край. Опять у нас будет изнанка к изнанке, лицевая сторона к лицевой. Нахожу уголочек и вкалываю, ввожу крючок вот сюда. Вот. И теперь закрепляю. Раз. Все. Теперь нахожу мой второй мотив, который я буду присоединять. Вот. Прикладываю изнанка к изнанке. То есть вот так вот получится изнанка к изнанке. Поворачиваю, чтобы мне было удобно его вязать. Вот. И присоединяюсь в эту же петлю. В такую же, только противоположную. Вот что у меня получилось. Поправляю все вязание, потому что когда сильно большое вязание, может быть, не совсем удобно вязать, но по-другому никак. Вот эта нитка у нас остается пока сзади. И мы опять ищем заднюю стеночку здесь и заднюю здесь. И присоединяем. Опять задняя здесь стенка. То есть все то же самое. Нам сейчас важно с вами соединить два вот этих мотива больших. Теперь две половинки, как говорится, одного целого. Вот таким образом мы соединяем до конца. Вот так. Итак, вяжем до конца. Вот я провязала до конца, теперь я хочу поубирать все хвостики, вот, которые у нас остались. Я, допустим, если у меня двойная нитка, я протягиваю одну сюда, здесь завязываю и обрезаю. Таким образом я убираю все хвостики, их завязываю, фиксирую, чтобы у нас нигде ничего не распустилось. И обрезаю ненужное. В итоге что у нас получилось? В итоге вот получилось вот такое вот у нас полотно, которое еще нужно обвязать. Если вы вязали так же, как и я, то есть обвязали, вначале соединили вот здесь вот эти вот части, потом соединили эти между собой, у вас нитка должна была остаться. То есть не обрезайте ее сразу. Если обрезали, то присоедините новую ниточку. И теперь смотрите, наша задача в первую очередь сейчас будет провязать вот окантовочный ряд. Для этого я перехожу, вот мы закончили фактически на нашей серединке, да? Я перехожу на серединку вот таким вот образом.
Вот. Вяжу 3 воздушные петли. И сюда, в эту серединку, вяжу 6 столбиков. То есть 1, 2, 3, 4, 4. Пять, шесть. То есть вот в эту арочку, в которую мы перешли, я вяжу 6 столбиков с накидом. Теперь следующую арку я вяжу просто столбик без накида. Опять в следующую арку вяжу 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3. 4, 5, 6. И в следующую арку вяжу столбик без накида. Вот так. Вот таким образом, давайте сейчас провяжем еще одну арочку. Таким образом мы будем обвязывать. Опять вяжу 6 столбиков с накидом в следующую арку. Первая, вторая, вернее, второй, третий, четвертый, пятый сюда же и последний, шестой сюда же. И вот сюда в серединку вяжу столбик без накида. Вот так мы обвязываем полностью коврик по кругу, то есть по квадрату. Я довязала до конца, мне осталось присоединиться. Я вяжу 1, 2, 3. В третью петелечку я присоединяюсь. Вяжу одну воздушную. Беру ножнички, обрезаю. И вытягиваю вот эту петельку. И затягиваю ее. Вот. То есть я чередовала просто по кругу. Чередовала 6 столбиков и столбик без накида. Теперь вот здесь мне осталось убрать хвостик вот этот. То есть я за одну ниточку туда тяну. Но там вы смотрите, если у вас всего одна, тогда вы просто завязываете как бы с одной, как вот мы затягивали сейчас. Если у вас так же, как две, тогда можно так. Кстати, одну нитку тоже можно распушить и завязать вот так. Тогда она точно уже не развяжется. И все будет хорошо. Давайте посмотрим, что у нас получилось. У нас получился вот такой вот коврик. На этом мой мастер-класс по вязанию такого коврика из мотивов закончен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылочку я оставлю в описании. И всем до новых встреч. Пока-пока.